Всех приветствую в 14-й миссии прохождения Devil May Cry 4. Продолжаем. Близимся, конечно, к завершению уже. Начать миссию. Да, я ее прошла, как видите, на ранка. Но у меня там были неполадки с записью, поэтому начинаем заново. Идем по пути Неро, только обратно. Ну и в общем-то... Что такое? Из-под земли такие посмотрели на меня. Я провела колоссальное количество времени и потратила его на то, чтобы приобрести способности для Данте. Хилки и Анина, да? И три золотые сферы. То есть, ребята, сейчас просто будем переть на пролом. Так, что-то вы мне там писали по поводу, блин, удерживать, например, удар, тогда будут происходить разные... Комбо? Блин, отвали. Ну, видите как? Давай. И задерживай, нет, что-то. Дай. Кыша сюда. Так. Пойдем. Сейчас я потренируюсь. Так, это мы стреляем. Переключили. Вот. Посильнее теперь, да? И с мечом что-то он так не хочет делать. Да. А если он берет перчатки, то он накапливает. Ну что же. Ладно, короче, разберемся. Победим по-любому всех и вся. Ну и, конечно, вы видите, что у меня уже здоровье прокачано. Я в себе всего напокупала. Потому что я реально, ребят, я заколебалась. Просто. Прицелься, пожалуйста, вот. Я заколебалась в плане того, чтобы после каждого уровня возвращаться, заново качаться. Чих-чих-чих-чих-чиха. Не надо, да? Ну что? Во. Ну и второй готов. Так. Ага. Эти головы тоже можно убить. Но ничего страшного там не происходит. Они просто нас затягивают в этот мир. Так, одного прикончили. Затягивать мир. Подземный. Там просто нужно будет сразиться еще. Монстрами. Ага. Ну все. Приятель. Давай разберемся с тобой. В общем-то, это просто даже хорошо для прокачки, если у вас не прокачано. Не стоит их избегать. Ну а в целом. О, кто пришел? В целом-то они. Блин. Не особо-то. Страшны, да чтоб тебя. Ненавижу вот этого. Да, да. Ух ты. Самое интересное, что цветы вот этих вот не заглатывают, да? Иха. Надо бы мне с него плащ этот снять. Ух ты, гад какой. Тогда полегче будет биться. Ну да, 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 да. Сердитый бабайка. Давай уже. Ну, что в самом деле-то?
вообще-то нет. По поводу меча. Не накапливает он. Ну давай, полетел опять. Иди сюда. Ненавижу вот, когда он так атакует. Вот и все. Это была славная победа. Так. Дверь. Все, нам открылось тихо. Нам, по-моему, сюда. Особо это не помню, нет, не сюда. Путь назад это. Это все путь назад. Опять эти пури появились. Нам просто нужно пройти. Так, подожди. Что опять? А, нет. Подождите-ка. Через мост тогда. Сейчас. У меня здесь уже дорога-то открыта, поэтому... Да, сюда. Я не буду на них обращать внимание, пошли мне нафиг. Я вот это только пособираю. Пригодится, мы же все-таки будем тратить. Наверное, из золотой сферы и хилки. Так, да. Пока идем правильно. Если нам перекрывает дорогу, то все пока что правильно. Да, ну, вот осложняет только, конечно... Тихо, тихо. Так. Осложняют вот эти цветочки. Потому что нужно постоянно бдить, чтобы под тобой случайно не вырос вот такой замечательный цветочек. Уха, уходим, уходим. Ну-ка, а, он ко мне прошел. Ладно. Там еще один. Ай. Я бы не хотела просто туда попадать. Вот этот подвал. Потому что там, опять-таки, вражин куча. Так. Угу. Нам, по-моему, вот сюда. Мост обратно, значит, это нет. Не сюда. Уж забыла. Что куда? Так, ну вы идите теперь уже в пень, потому что я открыла себе проходы. Нафиг вы мне не сдались. Вот сюда идем. Это он запустить не может, руки-то нет у нас. Даже если я перчатки одену, по-моему, не может это активировать. А здесь можно походить, побродить, можно и в замок сходить, если интересно. О, ну-ка, тихо-тихо-тихо. Ну и что я? Начинаю свои лезвия выпускать. Не надо. Часто, да, слишком появляются часто вот эти цветы, блин. Так, отходим. Один за другим, посмотри, прям подо мной, а, вырастают. Офигеть. Так, готово. Что-то где? Вау! Вау! Смотри-ка, что творится. Оп-оп-оп, чуть не захватил. Ладно. Ну так что, последний? Да, хватит. Все. Нет. Ну, слушайте. Эй!
такой шустрый, а? Я не могу тебя убить. Все. Здесь надо идти наверх. Самая первая локация, которая открывается, это то, куда надо идти. А потом уже открываются все остальные. Прямо за мной по пятам. А, посмотрите, что творится. Так. Ага. Ну все. Ну, отдохнули разработчики, отдохнули. На миссиях с Данте. Особо прямо. Ну да. Молодец. Вот такой удар у него получился. Там еще звездочка сверху. Ну. Вот здесь, если подпрыгнуть. Давай. О, классно. Так, подожди, а что... А, у меня полно, значит, я не могу взять, да? Они просто создали, блин, те же самые локации. Идем обратно просто. Ну, не знаю. Все-таки это какая-то халява, мне кажется. Удлинили игру с помощью того же самого всего. Как-то это не очень, на мой взгляд. Так, погнали, погнали. Вообще надеюсь, что я правильно мыслю. Назад, путь Неро. Вот. Заходим сюда. Снова здравствуйте. Ну и мост убирается. Назад пути нет. Снова врубили водопад. И опять мы в этом замке. Вот такая миссия. Если знать, куда идти, она очень даже короткая и простая. 10 минут. Не использовала вещи, ранка. Давайте, наверное, продолжим. Да, раз так быстро я ее прошла. Ну, потому что я ее уже проходила. За счет этого только. Лишь. Фортуна Каста. Да? Да, погнали. Здесь уже что делать, я не знаю. Опять-таки вслепую. Дальше я не проходила. Ага, вот это мы сейчас сразу бьем. Во. У меня, короче, вот этот удар, он то получается, то не получается. Я не могу как бы так приноровиться, знаете, чтобы вот прямо постоянно, чтобы он у меня вот как уже заученный был, выработан. Ну давай, давай, кроши, мочи. Ну долго, да, вот эти вот дряни, они долго убиваются, но зато мы с них получаем либо голубой осколок, либо очень много сфер вот этих душ красных. Господи боже, сколько часов надо было провести, чтобы нормально так поднакопить и прокачаться. Вы себе не представляете. Но уже я говорила то, что у меня не было таких проблем в Devil May Cry современная, которая перезагрузка. Я прошла вполне себе спокойно и на одном дыхании. Мне не приходилось возвращаться, что-то там мучиться. Что я пытаюсь отработать этот удар. Не могу понять, как там раз, два, три, раз, два или как. Ну
Ну ты чё там? Помираем? Нет, когда уже? О. Ну, то есть, короче, рандомно у меня это будет раз от раза получаться. Ну и ладно. Главное вообще пройти. Пройти уже эту игру. Затянуто. Сюжет подзатянули. Ну и вы мне писали, что впереди там жопа боль. Боссы сплошное мучение. Хотя я знаю, конечно же, есть всегда, в каждой игре есть такие, которые прям без урона проходят на суперсложном уровне, считают все это изич. Для меня вот это не изич. Я на нормале мучаюсь уже с этой игрой. Меня выносят эти боссы, я трачу на них все хилки, золотые сферы. Видимо, может быть, потому что я не знаю особо их тактики, я к ним прихожу. Как сказать, неподготовленная, слепую. Да он решит, женщина, да что ж такое. Вот. И поэтому... Может быть, поэтому... Пока разберешься, как атакуют, когда надо напасть. Слушайте, ну все, я больше с ними не буду связываться. Что ж такое-то? Да что ж такое-то? Я чё там? Я что-то не так делаю. Сколько можно? Да. Так вот. Ну ладно, отрабатываем. Блин, слушайте, можете на перемотку поставить? Я не знаю. Это что такое-то? Чем так застряли-то на ней? Я просто, знаете, почему не отхожу? Думаю, ну, может быть, ей осталось там пару ударов. Я так долго уже на ней стою. И уйду. Это же будет обидно. Да умри ты, да господи боже. Я не помню, чтобы за Нера эти синие так долго убивались. Там все-таки это было как-то побыстрее. Ну я как-то на прошлое тоже застряла, помните? Долго. Да что с тобой делать-то? Ну это, знаете, такое испытание для терпеливых. Проверка терпения. Да мы на тебе 10 минут стоим, ровно как предыдущий уровень. Короче, ну и ребят, что ну нафиг. Пошла она нафиг, не хочу, бесит. Как это вообще непробиваемо? Там, конечно, можно стоять до опупения. Ну и... выпень. Не погода-то какая. Ты кто? Ты есть кто? Человек-молния. Ну да, будет эти дюр. А, мы вот так вот перемещаемся, отлично. Оха. Так, мечом, наверное, его не достать. Стрелять в него. Оба. Да. Ой, вау, что творится-то? Так, подожди, чувак. Чё-то ты мне не нравишься нифига. О, не надо подходить, когда он так делает, да? Ладно. Вау. Так, стой. Маленькую звездочку скушаем. Так, нет. Ха-ха.
Где ты, паразит? Ау! Так, стоп, подождите, что-то у него нет молнии-то. Давай, давай, крыши его, Данте. Ой, да-да, Данте. Я сюда начинаю путаться, наверное, Данте. Ой, подожди, отходи. Что-то он психанул малость. Ау. Еще звездочка. Да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Убьет же сейчас. О, жесть. Смотрите-ка. Он, короче, типа смертика террориста. Офигеть, что он творит. Ладно, давай среднюю что-то захаваем. Проблемный такой монстр. Ну, чем дальше, тем проблемнее, я уже поняла. Они вообще здесь такие противные становятся. А еще сейчас наверняка у нас, знаете, как будет? Тут что-то все к чертям замерзло. А, здесь наверняка будет... Так, подожди, мы отсюда выбежали. По сути, там мне вниз, наверное. Будут... А, здесь выход-то замерз. Будут сочетать врагов. В общем, мы прикурим. Так, подожди. А тут все замерзло. Как мне выйти-то отсюда? Ё-моё. Ё-моё, нижний этаж замерз. Ну... Что могу тебе сказать? Пойдем сюда. Ху-ха. Это опять, наверное, сейчас придет. А, тут вход заморожен. Ё-моё. А разбить он никак не может? Ну-ка. А если? Нет? Понятно. Весело. Так. Думаем, что делать. Как выбраться из этого чертова замка. Вот чем хороши стримы, ребята? Тем, что играешь, и тебе подсказывают. Сразу подсказывают, куда идти, что делать. Давай с этой стороны посмотрим. Если ты вдруг чего-то не понял, забыл, сюда. Не знаешь чего-то. Да, люди помогут, напишут. Тут, кстати, неплохие приемчики у него, вот, если он одевает это мундирование. Сапоги. Так, тихо, тихо. И перчатки похилились. Тоже замечательно. Тут, кстати говоря, ни рыцарей нет, да? Никаких таких электроников. Так его будем называть. Тихо. Тихо. Я сейчас все эти сферы буду копить, наверное, на воскрешение. У нас хилок достаточно. На золотые сферы. Потому что там, наверное, боссы последние дадут мне так прикурить. Жалко, что только три можно взять с собой. А потом, типа... Ууу, нет. Бесите, бесите. Ай-яй-яй. Ай, нет, кто тут? Желтый прямо. Белый, как, короче, вы поняли. Он противный. Ай-яй, больно. На. Уходим оттуда. Парни,
Рассердились, по-моему. Так, есть. Ай, ну как вот, видите, тоже удерживай. Вот с этими парнями что-то там удерживать очень опасно. Пока стоишь, удерживаешь, они тебя накажут реально в реальном времени. Ну еще и со щитом. Вот сейчас, пока он упал, конечно, я могу придержать. Ну смотрите, он уже более здраво, чем Неро, с ними расправляется вообще-то. Похилимся. Вот это его перчаточки. Очень даже круто. О, какая дрянь тут. Разобьем. Нам эти сферы всегда пригодятся. Вот так вот. Так. Блин, не ушибся. Ладно. Упс, где я? Подожди-ка, это первый этаж уже, да, ведь? Это первый этаж. Только нам путь вот сюда. Другие места никуда невозможно. Да разбитый. Тут потихонечку, конечно, но все равно копится, видите? Потихоньку, помаленьку все равно копится, где-то похилились. Это надо бегать, разбивать. Потом сама себе скажу спасибо за терпение. Так. Что скажете? Демонстрилы. Нищадя, вы рада. Так. Дверка, говорю, это надпись. Блин, куда идти-то? Сюда? Запутаешься нафиг. Ой, что там, нет, мне не нравится. Давай, мочи его! Отлично. Ах ты, гад! Такие мелкие, они еще будут меня тратить ХП. Готово. Так, ну Данте, ты... молодец. Ты как четко. Да нет, давай копим. Отлично. Раздраконил просто на раз. Давай врежем ему, зажимай. Ох, хорошо. Нравится, нравится мне это прямо. Лучше, наверное, даже, чем... А, как так? Чем меч? Это было нечестно. Ну, нечестно. Что за... Ерунда такая. Так, это пропускаем. Там по центру выхода. Получается, вот здесь... Вот и хилочка. А, фиг тебе. Здесь мы с жабой сражались, я помню. Ну, пока я заходить не буду, у меня уже всего дофига. Меня уже тошнит от этих прокачек, если честно. Так. Сюда тогда, да? Потому что там, я вижу, тоже все замерзло. Ну и там тупичок. Выхода нет. Там скакать придется. А у него ведь нет руки, как мы там пройдем.
Постройте мне там мост, пожалуйста. Эй-эй-эй! Что творим? Я ничего не вижу из-за этого льда, блин. Ай-я! Ах вы паразиты. Так, ну нормально, нормально, нормально. Еще один. Так. Подойди ты к ним. Уходим. Надо обижать моего Данта. Что вы за животные такие? Все, готово. Так. Теперь... теперь мы там, наверное, пойдем вниз. Вот же. Улетел. Что они меня на что намекают? Я, по-моему, не могу это запустить. Или могу? Спасибо, что похилили. Что эти поганцы конкретно меня... А, нет, могу запускать их. Обидели конкретно. Так. Лады. Поехали. Хорошо, меня так запулили. Ух ты. А мы что, можем, да? Подожди. Мост. Мост, мост, мост. Хорошо, хорошо. Слава богу. То без руки-то как-то это опасно. Чревато. Кто там? На! Уйдите. Эти-то? Ладно. Ох, вот это плохо. Это плохо, ребята. Ла-на-на-на-на-на-на. Что творит? Так. Так. Тихо, повезло. Похилимся немножко. Так, подожди, чиха, что ты творишь-то? Да как ты так подошел-то прямо вплотную-то? Вот и уйди от него. Ага, давай. Попробуй только психани. Ой, уходи, уходи, дружище. Давай, давай, давай! Подходи к нему! Все, сейчас он как только станет красным, надо будет что-то как-то куда-то линять от него. И хилиться, сразу хилиться, потому что он меня убьет, когда начнет взрываться. О, все, все. Все. Так, да. Отходи, отходи, отходи. Ой, уйди! Да отвалишь ты, взорвись ты уже. Ну блин. Ну что он там? Его еще убить надо, ладно. Посмотри, какой паразит, а. Ну, наконец-то. Вот же упырь. Доставил мне проблем. Так. Вот так. Что еще можешь сломать? Ха-ху. Давай маленькую съедим, потому что... Что-то как-то они меня здесь...
обидели. Ха. Так, это мы поразрушаем. Но здесь были чуваки в плащах, это я помню. Подожди, так вот удобнее. Так. Ну пока хорошо, пока все хорошо. Вот видите, вот если вот тут не прокачаешься, или у тебя недостаточный скилл, вот как у меня, например, я так думаю, здесь сложно. Здесь бороться с ними сложно. Вот этот электрический. Остальные вроде уже ладно, все понятно. С ними более-менее просто. Более-менее справляемся. Ну вот остальные электрические там. Кто там еще? Ну рыцари тоже вроде терпимо, да? Короче, не знаю. А враги весьма неприятные. Так. Чем воняет такой Данте? О, жаба только с красными бабами, да? По мою душеньку. Ну, мы знаем, что с ними делать. Детки. О, крошки мои. Ну, хорошо. Данте, ты чё прибалдел-то? Он его сожрал, нет? Показалось. Ну ладно, тушку-то ты спрячешь. А вот вонище, от нее никуда не денешься. Оскорби меня еще раз, и ты узнаешь очень много нового о клубе Макста. Фу. О, ты меня заинтриговал. Так, так, подожди. Ну да, да, да. Как тебе подойти-то? Ага. Что делать-то будет? Подожди. Я просто думаю, как его... Уф. Чё, как тебя мочить? Так. Ай, отходи. Что творится, а? Во, давай, давай, давай. Врубай демона. Поехали. А теперь уходим. Ой, что ты творишь-то? Темень какую-то напустил. Девок сейчас выпустит, наверное. Где вы? Чё-то я не поняла, здесь у нас портальчик. Где народ? А! Тихо, тихо. Эй! Так, слушай, наверное, их ничем все-таки, наверное, попроще. Вот так. Соломай. Ну что? Ага. Да-да-да-да. Пострелять можно еще в него, тихо. О, хорошо сейчас было. Прям молодец. Давай, давай, вали его. Давай, давай, сейчас завалим еще чуть-чуть. Есть. Что-то он там притих. Отойду-ка я от него.
нас еще много! Ну чё, я хочу вам сказать по изичу. Я даже не похилилась на нем. То прямо хорошо. Золотые сферы не растратили. Меня больше нервировал этот электрошокер, человек-молния. Не соврал. Постучал. Смотри-ка, какой шведский стол. Ну ты живой, что ли? О-о-о. Я погорячилась, да, сказала, что поизичу. Откуда вас столько? Проклятие. Куда они? Скажи, что ты сам справишься. О. Боже, Данте, я тебя обожаю. Что он творит? Это жесть. Супер оружие какое. Даже у Бэтмена такого нет. Да он просто мега чувак. Можно идти сразу к финальному боссу. Чё мы мучились до этого, да? Класс. Супер сундучок. Блин. Провалился. Пандора. Икс. Не знаю. Слушай, нам а что, опять вниз? Шмякнуть сейчас. А! Миссию прошли. Юзать ящик Пандоры теперь придется. Ну, быстро я ее прошла, смотрите. На А. Это неплохо. Продолжим уже в следующей серии. Спасибо вам за просмотр, ребята. За комментарии. Поддержите лайком. И встретимся в следующей серии. Пока-пока.